И вот этот тембр, ни на что не похожий, в котором есть огромное количество обертонов. И как это созвучно? Потому что вся классика, классика оперная, она написана в основном на тенорах и на сопрано. На мерце и на баритонах. Совсем мало на басы. Совсем мало. Но при этом в классической музыке существует понятие хор. Вот хор замещает все остальное. Хор, когда идеально звучит, никогда не идеально точно поют. А вот именно вот в этой шероховатости звуковой вдруг возникает магия звука. Поэтому ансамбли, востребованные или нет, зависит только от набора таланта внутри этого ансамбля. А насколько он человек, на 3, на 4, на 5 или на 8,